Югорчане выбирают народного чемпиона. 5 апреля в Ханты-Мансийске объявят лучших спортсменов 2023 года на ежегодном окружном конкурсе «Спортивная элита года». Жители округа могут сами решить, кто достоин выиграть в новой номинации ежегодного проекта. Помимо главной награды будут чествовать лучших из лучших спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта Югры. А народным чемпионом станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам 5 опросов. Всего в голосовании представлены 28 кандидатов. Голосование продлится со 2 апреля по 4 апреля в официальной группе Департамента физической культуры и спорта Югры во ВКонтакте.